Женсовету Республики исполнилось 90 лет. На заседании, посвященном этому событию, выбрали и нового председателя общественной организации. Многие годы идейным вдохновителем Союза женщин Республики была Ольга Зайцева. Именно она начинала многие проекты и программы, благодаря которым Женсовету удалось сделать очень много для укрепления института семьи. Новый председатель им стала заместитель министра образования и молодежной политики Алевтина Федорова, обещает, что все начинания будут продолжены. Все проекты, которые были начаты Ольгой Юрьевной, они, конечно, все будут продолжены. И постепенно, по мере необходимости, какими будут актуальны будущим вопросы, мы будем реализовывать. Это, конечно, дети, семья, это женщина. То есть все те обстоятельства, которые приводят к трудности кого-либо. Те жизненные обстоятельства, которые ставят человека перед выбором, например, да? Болезнь человека, это женщины, которые вышли с мест лишения свободы, это трудные жизненные ситуации, связанные с материальными какими-то вопросами.